Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Живого ТВ программа «Живьем». Мы ведем прямую трансляцию из московского FM-клуба. Значит, с вами ведущая программы Каэль сегодня вечером. Я приветствую зрителей, собравшихся в FM-клубе, и наших телезрителей, которые смотрят нас на сайте www.tv-l.ru или на Карбине. Я представляю вам наших сегодняшних гостей. Это группа «Фронт». Добрый вечер, дорогие друзья. Безумно рады видеть ваши веселые предновогодние лица. Я думаю, к концу сегодняшнего вечера они будут не грустнее. Очень на это надеюсь. И да... Хотим увидеть ответное, безумное, безудержное веселье. Наверное, начнем, да? Я хочу представить сначала лидера группы «Фронт» Виктор. И я думаю, Виктор... ...всю группу. Алексей. Очень приятно. Андрей. Денис. Денис. Ну, поговоришь, я работаю, не слышу. Два Дениса, Алексей, Андрей и Виктор. Всем приятно. В одной пачке. Фамилии наши слишком известны. Вик, наверное, мы сейчас... Прошу вас исполнить первую песню, а потом мы еще поговорим. Ну, я надеюсь. Куда-то мчались с поезда старого города на заводе. Оставив нищий мелочь и бесплатно всех трех подвалов. Больницы грязные, говорите, в больных и на палатах. Эй, Эскула, задержи мое сердце в городе. Наши тревоги его все быстрее груди. Я заплачу, деньги возьмешь. Комната один, там же возьмешь и сожжешь все мои дневники. Мой салон, вот и не кавы. До конца жизни осталось недолго. И на заборе быстрее не караулки. Земля летят листья в небо и голове. Где мой салон, вот и не кавы. Его налога лишит меня кислорода. Пойти рекламы в разные страны. Yeah.
мой саван, вот декабрь. Очередь, а кто здесь первый за пивом? Я бы улетел, как Юрий Алексеевич Гагарин. Но где он сейчас? Ни слуха, ни отдыха. Где мой саван? Где там мой вещь? Где тот гуляк, кто станет мне домом? О, мое небо, благослови меня. tv-l.ru или на сайте www.lift-radio.ru и задавать там свои вопросы нашим музыкантам. Также я предлагаю нашим уважаемым зрителям, собравшимся в FM-клубе, создать атмосферу интерактива и тоже задавать свои вопросы. Для этого вам надо просто поднять руку, и я подойду к вам с микрофоном. А автору самого интересного и остроумного вопроса, по мнению лидера группы Виктора, достанется вот этот вот диск с синглом группы «Фронт». А пока я задам свой первый вопрос. Виктор, что... Кому нужен этот диск? Есть такие счастливые? Виктор, что тебя в первую очередь привлекло в музыке? Меня что-то привлекло в музыке? Ты создал группу, играешь музыку. Что тебя привлекло? Наверное, ноты. Первоначально. А когда состоялось твое первое знакомство с нотной грамотой? Я думаю, в 4-5 лет. Первое и последнее. Первым педагогом была бабушка. Она мне показала на фортепиано, да, на пианино, где находятся клавиши, как нужно по ним стучать, чтобы получались звуки. Вот, собственно говоря, на этом я и закончил. Ты вот отошел от пианино и взял руки в гитару. Ну, научился еще. Понял, бабушка. То березка, то рябина. Не разобрался. Над рекой. Кто пишет песни ваши друзья? Пушкин кто? Александр Сергеевич, нет, прошу любить и жаловать. Ну, пишет песни, наверное, тот, кто пишет слова, да? Ну, и да. Мелодии. Наверное, я. А мужик целиком композиции придумывает весь коллектив. А что для тебя важнее, песни, слова или музыка? Секундочку, я, наверное, немножечко ошибся, да. Главным музыкальным идеологом группы является Денис Дьяконов. Да. Так, точно. Да. Вопрос был, что для тебя важнее в песне, стихи или музыка? Я не знаю, как получается путь. Ну, как говорил в детстве, и то важное, и то важное, и то вкусное, и то вкусное. Хорошо, а существует какое-то отличие именно рок-стихов от других стихов? Я не знаю. Нет, есть стихи и есть тексты, да? У нас скорее тексты, никогда я не говорю, что стихи. Хорошо. Ну, так скажем, для меня есть попса, да, и есть не попса. Хорошо. В чем отличие? Да, псы, а не попсы. А вот даже если девочка поет попсовую песню, и она в это верит, я считаю, что это не попса. Это поп-музыка.
А если она не верит? А если мальчик? А если не поет? То тут нужно провести гендерный анализ. Не, хорошо. Какой? У нас в зале есть желающие задать вопросы? Или мы будем слушать музыку? Хорошо, мы будем слушать музыку, пока наши зрители и телезрители придумывают вопросы. Садись на Сашу. Садись на Сашу. Поставь ему микрофон. Тогда садись. Ну это какая-то просто провокация! Да, его тоже слышно.
Лёга! Кто в доме хозяин? Нет, его тоже не слышал. Ну, Левой. Мало того, что у него гриф толще, это и... У меня лужа готов. Это мы еще помиримся. Да. Да. Хорошо. Витя, скажи, пожалуйста, про основные этапы творчества группы «Фронт». Основные этапы творчества группы «Фронт» хорошо описаны во всемирной истории. Так, например, группа «Фронт» берет свое начало в 1995 году на Урале. Именно там был образован первый Челябинский фронт. На сегодняшний день всего группа «Фронт» имеет два этапа своей истории. Второй, московский, он перед вами. Сейчас вы можете его слушать, внимать, так сказать, второму московскому составу. Ну и этапу тоже. Вкратце, наверное, и все. А кого бы из музыкантов ты мог назвать близкими вот, группе по духу? И, может быть, кто из музыкантов повлиял на творчество группы? Я думаю, это какой-то коллективный вопрос, да? Да, вот, коллективно. Кто повлиял, кто повлиял, кто друзья. Заодно узнаем, кто у тебя друзья. Вы друзья, и вы повлияли. Микрофоны. Ну, очень много групп повлияло. В основном все иностранные почему-то. Они же микрофоном это поменяли. Ну, меня отечественные, например, больше. Coldplay, Duran Duran. Какой Coldplay? Виталия, я два года играю. Сейчас подерутся. Повлияло, ты что? Ютуб. На меня тоже Ютуб повлияло. Аукцион повлиял, ну, много раз. Андрей, у него сегодня... Алло, а у меня есть микрофон вообще? Нету. Ну, Андрей, который стоит слева от меня. Андрей, да. Известный вообще, очень известный в Новороссийске музыкант. Блюзмен, джазмен. По кличке или Папагайнял Паровоз. Вот, он очень уважает блюз, джаз и power metal. Ну, с молодых ногтей, так сказать. Переключил, да? Ну и места здорово. Денис. Все равно не идет. Вообще ни один микрофон не идет. Сейчас всем все ясно. Денис Пиорвал. Попробуй свой микрофон. Свой микрофон. Ну вот, не починили. Нет, не починили. Починили? Починили. У меня теперь есть свой микрофон. А мне всегда нравилась отечественная музыка. Виктор Цой, Юрий Шевчук, Константин Кинчев. А из зарубежных. А чё ж вы раньше не поверили? Линкин Парк. Линкин Парк. Тебе нравится. А что они? Все 25 лет. А можно взять немножко инициативу в свои руки? Да, конечно. Так, теперь у меня что-то с микрофоном. Да. Вот пока у нашей прекрасной ведущей что-то с микрофоном, хотелось бы спросить уважаемых гостей. Дамы и господа, а у кого-нибудь из вас сегодня есть праздник, личный такой праздник, день рождения, который называется? Вот нам указывают на одного гостя. Один гость сегодня пришел в день рождения на наш концерт, и мы бы хотели следующую песню посвятить ему, если вы не против. А дело в том, что это известный политтехнолог российский. Именно он привел в свое время Единую Россию в Думу, теперь думает, как же ее оттуда выпнуть. За что? То, что она очень хорошая, все ее любят. Человек, известный пиарщик и вообще просто виртуоз компьютерных, я так понимаю, игр, да, пиаров компьютерных. Ну и, кроме того, прекрасный человек, хороший наш друг и талантливый музыкант Ян Удрос. Спасибо, Ян. Первый музыкант, с кем я познакомился в Москве, когда приехал сюда в 2002 году. 2001. Песня, соответственно, политическая, называется «Грибов». Общий.
Нет, нет. Раз, два, не работал микрофон. Я 24, есть 7 и 5. Конь с письмом в цепи, вся королевская хать. И здесь же пожарные, здесь же милиция. И в этой игре не остановиться. Не начать сначала, не нажать на паузу. Не переиграть, не просчитать по каусу. И не дать доиграть кому-то другому. В этой игре есть только дело и слово. И давить на психику, оставь мое голову. Задай вопрос Рамблеру. А у меня дерьмо. Играют же с нами. Забиваем код днями. Пишем в кайф мелочами. Обещаем мы кого-то. Обещаемся с вами. Но верим, что ждут походы за чудесами. Как недовина в психику, оставь мою голову. Задай вопрос Путину. А у меня Game over. В каждом литре спирта. Неотвратимы ходы этой игры, этого флирта. Не пришлют в СМС, не получишь в конверте. Правила этой игры. Так не наивно психику, оставь мою голову. Не говори о политике. Тело, ты слышишь, не тронь.
вечер. И убитые немцы вечер. Дело в том, что в 2005 году мы его ожидали в 2006. В 2006 году мы ожидали выход в 2007. Наступил 2007 год и до сих пор еще, заметьте, не закончился. Витек, в 2008, наверное, ожидаете, правильно, судя? Круто! Я думаю, этот молодой человек заслужил диск. Безоговорочно. Хорошо, такой вопрос. Сколько обычно требуется времени для написания песни? Ее нет, в эфире. А ее не будет, потому что только местами поменяется. Сложно, как среднеарифметическая? Вот тут три микрофона, не все третий микрофон. Куда он же? А там три на сцене. Пользуясь теорией Эйнштейна, на самом деле я не готов ответить. У нас есть тут пишущий басист. На самом деле, я думаю, было бы правильно. Пишущий. А что там? Пишущий песни. Басист. И не только песни, но и фильмы. Так что, если кому-то нужен фильм... Меня занимает написание песни ровно одну поездку на велосипеде. А у меня нет велосипеда, поэтому я не могу сосчитать. Кстати, в чате передают привет от российских технологов в Киеве. Спасибо. Хорошо, следующий вопрос. Вик, а ты когда-нибудь забывал слова своих песен во время концерта? Постоянно. Сегодня уже забыл. Уже импровизация пошла. Да. Хорошо. Вообще неизвестно, чем все это кончится сегодня. Что бы ты пожелал молодому человеку, который... не знаю, чем ему заняться, у него масса энергии, но он не знает сам чего, вот чего-то он хочет, а чего не знает. Я бы пожелал купить футбольный мяч и пойти на футбольную площадку. Поставить на 11-метровую отметку, пнуть поворотом. Если попадет, то лучше заниматься футболом. Если нет, поискать себя в ручных видах спорта. Баскетбол, волейбол, гандбол. Ручной мяч. Вот опять же, у нас есть вам самое активное. Так, тоже вариант. Хорошо, в зале вопросы еще есть? Сейчас подойду. Вить, у тебя есть какие-нибудь странные привычки? А смотря что считать странным. Ну, может, ты сам считаешь ее странной? Нет, не нахожу. Не находишь? Хорошо. Так, я не вижу рук в зале, поэтому я думаю, что мы предоставим фронтовика музыкального производства исполнить свою следующую композицию.
Я пойду почитаю чат. Приготовь, сейчас они играть начнут. Хочу. А что готовится? Мне сейчас заслался. А? Раз. Ну, звук сейчас. Микрофон работает. Пока микрофон работает, предлагаю начать. Только тихо. Я не слышу, что я. Прихожу последним гадом, ты стоишь ко мне задом. Я прошу, обернись куда там, ты лови меня ждам. Под последним полем поэта, пацана лицо, равнодушно смотришь на это. Я так рядом, под окном я прям у стена. Под твоим взглядом там, суешь до рассвета, от заката. Забиваю во все, хочешь дать мне по чайным водам. Тебя к парашюту, будь моей, сыну дам, я буду твоим вариантом, запасным вариантом. Будь моей, сыну дам, я буду твоим посыгатом, комедиатом, и солдатом. Где-то рядом, мимо стрелки циферблата, рассуждая о саде, между адским рамера и стимадом. Твоя хата от края всегда, и печи молчи, я знаю. Ты мне, я тебя не свой, я не сумею. Будь моим циферблатом, я буду твоим вариантом, а что ты вариантом. Будь моим циферблатом, я буду. Это была первая песня с вот этого сингла, поэтому желающие вдвоем в микрофон один. А? Оба в один микрофон. Ты и ты в один микрофон. А. Твой в эфир не идет. Спите в один. Хорошо, постараемся. Собственно, это была первая песня с сингла с вот этого диска с таким латинским названием «Про и контра», что как переводится с латыни «за и против». Поэтому желающие выиграть диск, давайте свои вопросы. Для этого надо просто поднять руку. Также я призываю наших телезрителей, которые смотрят нас на сайте www.tv-l.ru или на сайте www.lifteradio.ru, также задавать свои вопросы в чате. Так, Вит, простите, с тобой возьму микрофон, поближе к тебе, и задам такой вопрос. Я буду задавать всем участникам группы, подходя с микрофоном.
Чем занимаетесь помимо музыки? И есть ли какие-то достижения в других сферах? Да, есть. Я физик-ядерщик. Наоборот. Занимался созданием наоборот, МЗ. В этот микрофон. В этот? Да. МЗ. Вот это и есть МЗ. Попробуйте поговорить в этот микрофон. Раз, раз. Слышно? Ну вот, удалось, значит. Это был вопрос ко всем или только? Это был вопрос ко всем. Лёш, ты кто? Я самолетостроитель был раньше. Потом стал звукорежиссером. А я сталеплавильщик. Микроэлектроник всех там был. А я буквально технари одни собрали. Ну, Денис говорит, что он в будущем будет заниматься юриспруденцией в космосе. Юризмом. А я уже занимаюсь. А Андрей уже занимается. Скоро вернут на Землю. Судя по выражению лица. Так, руки в зале с вопросами. Подхожу. Виктор, а что это за сингл и в дальнейшем альбома? Что это за сингл и в дальнейшем альбома? Что выйдет? Что войдет. А, войдет? Войдет и выйдет. И снова выйдет и войдет. Блин, ну я надеюсь, что песни. И старых. Надеюсь, что не только. Все, да. Есть вероятность, что там будут песни новые. И старые. Процент какой новых? Ты что такой процент? Я не знаю. Я знаю только Толю. Толю? Толя будет большая. Новых песен. А старых там будет минимум. Минимум? Да. Окей, я знаю Колю. Хорошо, спасибо. Хорошо, тогда, наверное, сейчас звучит следующая песня с сингла. Нет еще? Еще не прозвучит? Ну хорошо, еще тогда в зале, пока музыканты отстраиваются, вопросы есть? Все, готовы. А, готовы, хорошо. Следующая песня называется «За и против». Заметаешь следы, закрывая глаза, застываешь в слезе. Мы не можем. Запретая судьбу, мы эфиры не можем. Защищенных людей. А? Заискришься на час, забываю на век. Свешивая все за, идет но против. Вешивая все за найти одно, вешивая все за коварной мечтой застарелый раз. За последней весной мой последний разбег. Твоя последняя за одиночек. Запрещенная за больше похожа на прочек. Вешивая все за найти одно против. Вешивая все за найти одно но. Вешивая все за найти одно против. Вешивая все за.
Связанная с группой. С группой, чтобы все реализовались. Чтобы у всех были детки. И чтобы детки создали... Чего? Олимпийский. Собрали олимпийский, да. Но на самом деле, чтобы они хотя бы для начала собрали какой-нибудь там 6-8 фронт, реализовались. Как их родители? Ближайшие творческие планы группы. Надеюсь, что в январе мы немножечко посидим у гостеприимного Лёши на студии, если он не будет против. Просто так посидим. Я за, приходи. Чайку попьём, да? Я правда уйду, да? Только ничего не делай. Нет, я побуду. Ну, а вообще планируем, вот хотелось сегодня сообщить о дате следующего концерта. Не получится, но очень надеюсь, что он состоится в конце января, начале февраля. В зале есть желающие задать вопрос? Ага, иду. У меня несколько философский такой вопрос. Вот для меня музыка, допустим, это некоторый протест, это восхищение, как и все искусство в целом. Что для вас музыка? Зачем вот это все? Для меня это симбиоз протеста и гармонии. Вот когда его находишь, тогда... Протест и гормонов. Ну вот у Алексея это гормоны и протест. Я думаю, у остальных участников протест, там, тестостерон или еще что-нибудь. Но вот в целом примерно так. То есть когда переплетается протест и гармония, внутренняя гармония, да, мы можем говорить только о каких-то собственных ощущениях. Да, вот как говорит Андрей, просто по кайфу. За вопрос. Еще есть желающие задать вопрос? Да, иду. Виктор, скажите, а что вас вдохновляет на написание песен, помимо музыки? Может быть, книги какие-то образы, какие-то люди? Ой, ну, так скажем, тексты я пишу, наверное, только под воздействием такого наркотика, как книги. Очень редко, когда это происходит без их использования. А по конкретному можете? Ну, я читаю много разной литературы, в последнее время чаще художественную. Очень просто, берете книжку. Берете, открываете ее на первой странице. Врезаете квадратик, засыпаете кокаином. Вот Алексей так читает книги. Я предпочитаю классический способ. И вообще, в принципе, осуждаю использование любых наркотических и психотропных средств. Кроме чего? Пиво. Да, кроме пива. Еще есть вопросы? А, так, иду.
Еще вопрос. Виктор, а почему вы всегда на концертах в оранжевых майках? А у меня других нет. Все лучше детям. Я как из Киева приехал, так и не переодевался ни разу. Да, но тут уже подсказывают про поддержку оранжевой революции. На Ющенко Фарева буду озвучивать. Еще руки, не вижу рук. Что, руки кончились, хорошо. Так, Вита, это, наверное, вы сейчас исполните блоком три композиции, подготовленных. Просто что-то праздничное. Да, военно-патриотический блок — это самое, что ни на есть праздничное. Ты чего мне звонил? Я же здесь. И давно звонил. Военно-патриотический блок песен. Первая называется «ВИЧ». Песня про Чапаева. Начинается она обычно стихотворением, которое сегодня, наверное, как обычно, я зачитаю. Примерно следующий текст. Ой, с берега, ой, с белого стреляет пулемет. Вообще, это детская песня. А ты вообще купался, что ли? У тебя штаны закатаны. Ой, а ты меня зря отвлекаешь. Я сейчас не вспомню, как начинается это стихотворение. Но я зато помню, как оно заканчивается. Влетают в воду пули оголтелые. Чапай один плывет. Мальчишки, слезы катятся, Чапай идет на дно. Неправильно! Неправильно! Кончается кино! We'll be right back.
человеческая ценность песни сей равна нулю. Так вот бросить захотелось беглый взгляд на старину. Никто не спорит. Да, и чтобы подтвердить вашу аксиому, сейчас предлагается двум гитаристам исполнить маленькую песенку. Каждый концерт мы играем по одной новой. Я тут заболел, поэтому мы не успели сделать в комплексе песню. Давайте, ребят. Пока сидел, прочитал, у меня тут написано, что это такое процент. И вот, собственно говоря, следующая композиция напрямую пересекается с песенкой про елочку. Для тех, кто не знает текст, попытаюсь немножечко вкратце рассказать. Жил-был Алексей Петрович Моресьев. Точнее, был он Моресьев. Но сначала Борис Полевой сделал его Мересьевым, кстати, о прочитанных книгах. А потом ваш покорный слуга сделал его Мересьевым. И однажды он летел на самолете. Как это ни странно, самолет его сбили, война была. Самолеты падали. Падали. Не, я же говорил про елочку. Он упал на ель. Самолет упал, Алексей был жив. Он махнул рукой и упал на ель. Все, что мог, сказал, свой порвав мундир. Тайны этих слов не расхоронил. Так хотелось ввысь, а он падал вниз. Очень странная штука под названием жизнь. И закончив войну, расправив крыла, так хотелось руками разгонять облака. Через дом
волков береги, друзей с ними веселей. Свет синицы, ты не смотри с тоской, коль есть сила, лети, коли нет, постой. А самолет упал, Алексей был жив. Он махнул рукой и упал на ель. Нам не дали сыграть последнюю песню. Сегодня мы сыграем с удвоенной энергией. Я надеюсь. И в два раза громче. Да, в два раза громче. Я вот очень плохо слышу вот эту гитару. Она у нас... И вообще из-за колонки выйди. Да, места тут нет. Мониторы добавь. Мониторы. Вот это... Я играю под понятно. Серьезная концептуальная песня называется она «Делаем вид». Кто-то с зажимом в руке ищет сразу в бед.